и четвертая серия за сегодняшний день. Обустраиваем базу. Погнали. Так, с чего нам начать? Во-первых, непонятно, что здесь есть. Где вообще сам пункт? Нажмите Б. О как! Аванпостов нет, депрессия просто в дерьме. Конфликт, жертва тут у нас. Кошмарные зомби, конфликт, сука, зачинщик, Марк, блядь. Где он? Сейчас я ему... Этот мир открыт. По завершении обучения вы сможете выбрать свой стиль игры. Вам периодически предлагают случайные задания, выполнить их или нет, решать только вам. Если вы не знаете, что делать, то откройте инвентарь и ознакомьтесь со списком советов. Я случаем, кстати, не герой ли? Стоп. А я героем не стал? Блин, гражданин пока что. Но уже близко. Что здесь такое? Осмотреть зону отдыха. Угу. В смысле разобрать на материалы. Где Марк? Нам нужно понять, где Марк, потому что этот ублюдок затеял драку. Слушайте, да. Здесь реально охранники на вышках стоят. Где у нас? Драчун наш. А мы ничего не сделаем. Просто у них тупо конфликт был и все. Просто была драка и все. Хрен с ним. Вообще ничего страшного. Ремонтируйте поврежденные объекты для понятия бойнуха. Уничтожьте скопление зомби. Что вот это такое? Осмотреть груз. Требования знания программирования и электричества. Найс. Я понял, окей. Так, предлагаю на вышку. На вышечку. Привет, хочу предложить кое-что. Давайте обсудим по личной встрече. Пока подождите все ваши нахер встречи. Встретитесь с посредником. Сейчас мы сначала базу себе немного хотя бы обустроим, а потом вот уже будем думать. Ну, ёпте. Так, поехали. Ресурсов здесь будет просто овер дохерища. Здесь очень много что рядом. Looks like we have a horde gathering. Ага, вот и эти додики. Вышка, я прошу. Я прошу починить, что вышка? Мобильной связи? I think that should do it for now. Аптека. База просто пушка. Сейчас сюда можно, ее, ребят, можно так эту базу обустроить. Если сейчас, тем более, я возьму героя именно, который базу обустраивает, я думаю, что эту базу можно, блядь, просто очень люто запаковать. Сейчас мы разберемся, что к чему. Вот эти все входы, выходы, их надо вообще просто замуровать так, чтобы вообще джаггернауты, чтобы вообще не проходили. Потому что один джаггернаут, все, мы все отлетим сразу. Шкаф с припасами. Шкаф с припасами. У меня вообще что-то осталось. 6 дротиков осталось. Я в такой жопе. Так, в первую очередь склад. Я увидел... Где вообще вышка? Где... Ну, где основное... Основная вся эта херня моя? Где основ... Вот основное. Основное место. Где... Тут куча-куча можно всего построить. Просто невероятное количество. Где эта антенна или как она? Все, увидел. Зона отдыха что-то удаляется. Удаляется. Вышка. Блять, требование электричества. Твою мать. Электричество. 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 Электричество, говорите, да? Я прошу прощения. Здрасте. Электричество, говорите, да?
сразу погнали. Сразу, прям первым делом охрану выставили. И знаете, что меня сейчас смутило? Где склад? Где был склад? Смотреть зону отдыха. Кухня байкеров. Вижу склад. Меня смутило то... Я вот это хочу, ребят, сделать. Во-первых, вот так. А во-вторых, вот так. Потому что сейчас просто будут хериться материалы. Я пошел электричество включать. Не знаю, как я это сделаю, но я пошел. Сразу... Что там такое, я не пойму. Здорово, парни. Ты пострелять не хотел бы? Ну так просто, ну просто мне интересно. Нет желания, ну, стрельнуть вот в этого, например. Ну что, стенка на стенку? А? Короче, не надо отвлекаться. Так, оружие ближнего боя, мне ребята вот говорят. Подожди, в смысле? У меня же вроде мачете. Так, выложить. Ну, так, ближний бой. Кстати, это можно вообще разобрать на самом деле. Блять, мастерскую еще надо построить. Да вы гоните. Мастерская 100% нужна. А, я понял. Здрасте. Угу. Так, все, погнали. Нет. Этих трогать не буду. Где электричество? Опа, по ним уже долбит. Склад улучшен. Красиво. Не догонит. Я единственное боюсь только нарваться на вот этого. Собаку на эту. От этого я реально боюсь. Мать, как пройти по дороге? Найс. И у меня просто... Я только вышел... И у меня сразу перс спать захотел. Сразу. Ну ладно. Блять, надо было тачку взять. Блин, ну это реально хардкор. То, что вот максимальный уровень сложности выбрали, бля, я его реально чувствую. Вот прям реально жопа. Ты вот думаешь, что все херово? Нет. Тут вот прям реально жопа. Так, пока они на взрыв пялятся, можно пробегать. У нас есть план? Я бы сейчас пошутил, но я на Твиче стримлю. Так вакануло сейчас. Ага.
Сейчас мне вообще ничего не говорить. А, она еще здесь залезть, да, не может? У нас, говорит, есть план? Конечно. Сейчас только думаю, что мы делать будем, если она сознание у меня потеряет. Вот это будет интересно, если ее сожрут просто. Три арбалетных стрелы осталось. Здравствуйте. Прикольно. Мне на самом деле есть только один вариант. Это обыскивать всякую ерунду. В надежде на то, что можно найти, может быть, арбалетные стрелы. Кстати, вот это мне сейчас очень нужно. Без шуток. У меня теперь есть дом, надо найти проигрывать или послушать все диски из моей коллекции. Ну, да. Там он братик Джиггернаут ходит. А здесь его друзья. А это, говорит, Кузя, друг Аленки. Не промахнись только. Сейчас бы промах стоил бы 100% мне жизни. 100%. Так, поехали. Занимать 100% нужно. А как? Как? Аванпост как удалить? Еда, патроны, еда, патроны. 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 Поехали. Ёб твою мать, 2000. Хорошо. С кем мне затрейдиться-то здесь можно? А, и мне зарейдили это. Мои вот сюда, да, перебрались? Ой, бля. Ой, бля. И что делать? Я еще и тот удалил. Погнали, чё. Отсыпаться. Я не знаю, что делать здесь. Нужно все лутать. Нужно брать тачку, все лутать. Вообще все подряд. Я вот думаю, у меня тетя случаем не зайдет туда, откуда она потом не выйдет. Посредника, может, он торг, он хотел торговать. А где посредник? Ну, хотя да, можно, можно. Как мне сейчас только назад вернуться, я понятия не имею. Просто я не представляю, блядь. I guess I'm empty. Привет, есть выживший? С вами снова Нейджел. Как вам известно, мы в валом когте трудимся день и ночь, чтобы восстановить инфраструктуру страны. Пока этот путь не пройден, нам нужно, чтобы вы оставались сильными. Не отчаивайтесь, алый коготь о вас не забыл. Это может быть важным, если, конечно, он не брешет. Откуда мы вообще знаем, кто это может быть? Здесь вообще никому доверять особо, как бы, ну... Я бы не стал вообще здесь никому доверять. Здесь он то мародеры, то... Еще какие-то непонятные типы. No more ammo here. Ну. Не багуйся. Не надо. Спокойно. Хорошо. Так,
Ладно. Хорошо. Что предлагаете? Трейдец. Самый быстрый способ сейчас набрать этот, это затрейдец. Причем брать нужно просто по максимуму. И также я предлагаю здесь все залутать. Все, пойдем, выбираем сейчас перса и все лутаем. Все, что сейчас мы только сможем и не сможем найти. Еще лучше надо все-таки, наверное, не лутать, а именно, ну... Бля, мы вообще без всего. Вообще. Просто жопа. Кстати, вот это и есть наблюдательная вышка. Кем же пойти-то, а? Не знаю, наверное, Марк, может быть. Well, I think it's time for me to take a break. А, да. Well, I think it's time for me to take a break. Не буду делать это задание. Так, Марк у нас все бодрячком. Блять, он спать хочет. Let's да ну нафиг. You know, хорошо, а если вот так вот? А это, блядь, коцаная. Да, ребятки. Марк восстановил силы. Марк. Найс. Все, поехали. Или вояку вытащить. Да не, нормально, ладно. Так. Погнали. У нас ничего не остается делать. Можно, конечно, забить. Я не знаю, короче, рюкзаки продаются или нет. Я их просто возьму с собой. Если что, сделаем две ходки. Я не знаю, трейдится, не трейдится. По идее, вообще все должно трейдиться. По идее. Но это вообще не точно. Болты, а чё болты, ребят? У меня нет болтов. С другой стороны, можно взять легкий арбалет. У него силы-то поменьше, но зато здесь есть легкие дротики. Так, нормально. Ситуация маленечко налаживается. Так, уже светает, кстати. Уже светает. Все машины горят. Давайте-ка мы, наверное, все-таки, да, к посреднику, ребят, сгоняем. Давайте забьем здесь всякими сумками, всякой ебулой. Так, второй арбалет скинем. Патрики, наверное, пока стоит оставить. Пока нет, но патроны точно я продавать пока что не буду. Блядь, чё ж продать, а? Чтоб, говорит, купить что-то ненужное нам. Можно вот всякие вот эти вот колуны. С колуном я точно не буду ходить, с монтировкой нет, колун нет. Давай вот так вот раскидаем, я не знаю, что еще делать. Просто жопа. На автомастерскую, ребят, не хватает этого. Поехали, что? Попробуем. 700 метров до него ехать? В смысле, ёпта? Чини машины, не могу я пока их, ребят, чинить. Не могу. Нет у меня таких людей, которые могут чинить машины. Видите? Ребята, это хардкорный режим сложности. Погнали.
коем случае не трогаем зомбаков. Не трогать, не трогать, не трогать, не трогать. Максимально сейвово на тачке едем. Спокойно. Зомбаков вообще никаких не трогаем. Нам просто нужно добраться. Ферма? Слушайте, ребят, я ферму нашел. Реально ферма. Походу дела, посредник этот он и есть на ферме. Медикаменты, запасы истощен. День пятый. Тихо. Надо останавливаться. Нихера себе посредник. Просто так, знаешь, стоишь, ты не боишься ничего? Не взорвись, пожалуйста, братан, я и так тут стою. Might we chat for a bit? Поговорим о наградах за испытания. I believe I have a challenge you'd enjoy. О, даже так. Godspeed, my friend. Так, у него есть какие-то награды за испытания. What would you like to know? Посредник выдает редкое снаряжение в награду за выполненные поручения. Если вы взяли поручение, статус его выполнения будет отображаться на экране. Выполните поручение, чтобы получить доступ к бесплатному предмету и возможность купить другие предметы. Блять, ну и нахер я сюда приехал? Мне базу надо сначала в чувство привести. Скажите вообще, куда ехать? Бля. Стараюсь максимально никуда не врезаться, максимально сейвово проехать. Здесь есть проезд, я надеюсь. Бля, тачки теперь, отвечаю, буду беречь, я не знаю, как зеницу ока. Машина просто... У группы есть еще пред... Поднимите... Поднимите боевой дух, а то этот чувак может уйти. Я понял, блядь. Нормально. А в машине рюкзаки. Ну, там машина, в принципе, она прям еле-еле и так дышала. Ну ладно. Окей. Ладно. Не тильтуем. Тачка, я, по крайней мере, знаю, где стоит. Поехали. Сейчас не ссыте. Сейчас только эту стоит, ребят, бустануть. Все нормально будет. Сейчас разберемся. Главное, мимо этих не проходить, чуваков. Не-не-не, дроп никуда не улетает. Дроп остается в машине. Машину можно еще починить. Если я найду ремкомплект, ее можно починить. Ребят, сейчас я начну здесь все везде лутать, все нормально будет. Здесь просто надо... Сейчас разберемся с этим. Сейчас зайдем к нашим. Осторожно, тут зомби. Сейчас мы здесь с ними разрулим. Бля, им бы огнестрелы бы дать. Oh,
понеслась, бля. Душа в рай. Все, вальнули. Hey, how's it going? Let's get down to business. Да, рюкзаки, рюкзаки какие-то копейки, но они стоят. Сейчас мы все к ним понесем. Вообще все понесем к ним. Где посмотреть общее число? Бля. Хорошо. Хорошо. Просто лутаем. Окей. Вообще децл осталось. Уничтожить зомби. Чем я тебе уничтожу, родной? Чем? Nice. Нечем, понимаешь? Ish. У меня нихера нет. Мне надо включить энергию. Как только включится энергия, у меня перестанут чуваки тильтовать. И оно одно за другим, понимаешь, просто пойдет. То есть здесь сейчас просто надо... Тут осталось мне прям чуть-чуть. Сейчас 2000 будет. Правда, как мне сейчас добежать опять до туда, я понятия не имею. Я теперь пешком, по ходу дела, побегу, ребят. Станция для консервирования, улучшения объекта. Найс. Две тысячи надо, чтобы электростанцию, мать его, 2000. That's not gonna happen. Что, почему так много? Hey, stranger. Let's get down to business. Okay. 81, да ладно, да ну нахер, а? Пошел к соседям. Не-не-не, кастрюлю не продам, ты чё? It's locked. Figures. Can't everywhere be this quiet. Нахер. Сейчас. Сейчас мы все... Я сейчас, ребят, сейчас все сделаю. Сейчас все пойдет. Я человек простой, в хате налутал, им же продал. Здравствуйте. Господи, спасибо тебе огромное за этот рандомный дроп. Боже мой, как мне сейчас нужны были эти болты. Просто весь чат сейчас, наверное, написал аминь. 6 тысяч человек в 2 ночи говорят, господи, еще и предмет гигиены достал, который стоит как крыло от самолета. Иди сюда, родной. Hi. Здрасте, ребята. Let's make a deal. Why not? Все, у меня есть 2000 влияния. А теперь, знаете, что самое забавное? Хотите, расскажу? А теперь мне как-то надо попасть вот сюда. Хотя нет, 700 метров бежать не так уж и много. Бля, сейчас дадим электричество. Сейчас такая садомия, сука, начнется. Enjoy peace eternal, asshole. Что-то она там грубо как-то сказала. Что-то там какой-то пис там. Да. Для какого мамонта завалил. Не-не-не-не-не-не-не. Да не хочу я к тебе, отстань. Как бывшая, а пристанет. Говорю, не хочу, значит, не хочу, что пристал-то. Дай. Не хочу и все. Что началось-то? Ух, нифига тут, слушай, сарайчик. Смотри, какая это ферма, что ли, заброшенная, или что это такое? Красиво. Я один жду как можно быстрее. Чтоб... Кстати, да, надо... Я сейчас в машину сяду, во вторую. Я один жду, чтобы как можно быстрее отдохнула та баба, чтобы ее, ну, быстрее забустить до этого. До левела, вы поняли, какого. Найс. Короче, чтобы ее бустануть, чтобы строители сделать. Блять, запас медикаментов иссяк. Господи, спаси и сохрани просто, а.
Сейчас свет будет, сейчас все будет, ребят. Сейчас, мои хорошие. Сейчас папа идет. Папа идет. Сейчас папа вторую машину возьмет. Только бы, бля, ее тоже не добить. Эти уроды проникли на нашу базу. Подожди, а что мне мешает, правда, взять и... А, не рашут, что ли, меня? Да ладно. Они типа решили эту базу мне зарашить? Нихера, это кто там так ваканул-то? Плей, ебёна мать. Где? Сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, спокойно. Да в смысле? Я же успел, алё! Сука какая, а? Надо им, короче, валыны всем выдавать, и все нормально будет. Надо быстрее включить. Два дротика надо забрать будет. Все, сейчас едем, свет включаем, и просто мы живем. Знаешь что? Сейчас здесь подождем, пока развеется говно. У людей отчаяние, да, уже? Нормально. Не ссыте, сейчас прорвемся. Там в шлемах стоят, типа? Блять, в касках стоят, ублюдки. Я просто знаю, что сейчас, как только я электричество включу, все будет четко. Я сейчас просто включаю электричество, сразу все вопросы отпадают. Потому что, ну, оно не зря. Я, понимаете, я никогда не включал электричество вообще, потому что мы в ту часть мы играли в первую очень мало. Я сейчас просто врублю электричество. Я просто понимаю одну вещь, то, что сейчас... Тут с тобой поговорить хотят. Ждут ли на базе сейчас? Сейчас поговорим. Бунт, ёпта, намечается, я так понял. Сейчас свет включим, сейчас отчаяние это уйдет. Блять, надо машины беречь. Как же хорошо и быстро и удобно добираться куда-либо на машинах. Просто очень удобно. Сейчас, ребят, мы аванпост рубим, и сразу же у всех будет... Все будут счастливы, как в доме 2, мать вашу. Так. Боевой дух отчаяния. Какого хера опять отчаяние? Почему? А почему отчаяние? Блять, медикаменты, что ли? Подожди, стоп. А как посмотреть? База Б. Почему? Нет медик... Блядь, нет медика... Ай, господи, сейчас я вам привезу. Быстрее ищите. Повышение боевого духа, блядь, приготовление экспресса, хереса, возможные ресурсы, все, вижу. Еду, выехал. Сейчас, мои дорогие, сейчас. Марк начал драку, ты реально драчун. Проваливай к черту, в смысле. Там давай без меня никакие решения не принимай.
папа ездит, тут обосраться можно немного. Сейчас будут медикаменты. Бля. Ёб твою мать. Спокойно. Быстрей. Газ. Все хорошо. Все хорошо. Она пока не настолько сильно горит. Спокойно. Спокойно. Ушел. 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 И медикаменты пошел искать. Быстрей. 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 Все бунтуют. Все хотят медикаменты видеть. Я тоже бы хотел. Быстрей. Просто остались медикаменты. И все. И все. И все будут счастливы. Найдите. Найди, мать твою, эти медикаменты. Пожалуйста, здесь. Фу, давай, давай. Да, ну естественно. Надо сразу везти медикаменты на базу. Сразу. Просто вот я только первое, что найду, сразу надо везти. Ну конечно же, ёпта. Сейчас я бегу здесь пол этой деревни. На меня 100% сейчас нападут. Где-то что-то закрыто будет. Все, вот они, медикаменты. Все. Вижу. Как все здесь на волоске держится. Но это потому, что я первый раз играю. Исследованные области. Давай вторую сразу тоже исследуем. А, я понял. Я сейчас так понял, да, могу? Сука тупая. Блять, и машина там стоит, но я даже не удивлен. Все, вижу медикаменты, быстрее надо везти, быстрее, как угодно. Я не знаю, там как, со слезами, с соплями. Да, сейчас бы в голову еще не попасть. Поехали. Господи, машинка, только не подведи меня. Пожалуйста, только... О, господи. О, боже мой. Машинка, просто доедь. Не знаю, как ты это сделаешь, но просто доедь. Я не туда еду, да? Нет, я туда еду. Я просто точку криво поставил. Господи, я доехал. Я глазам своим, мать его, не верю. Плюс медикамент, плюс влияние, плюс жизнь, плюс все. Вообще плюс отчаяние. Все равно отчаяние. Не ссым, не ссым, не ссым. Все нормально. Все нормально, 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 нормально. Все under control. Где? Где? Где вышка? Марк больше не в разочаровании. Меня это очень радует. Как? Как заправить? Что нужно? Что? 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 150 деталей. Все, я понял, понял, принял. Голова, быстрее думай, 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 думай. Что? 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 Депрессия. Так, у них уже она уже более-менее. Кошмарная зона, обилие зомби. Это понятно, скорбит о потере. Много скоплений, много скоплений. Нет мастерской, нет медпункта. Все, понял, принял, начал работать над этим. Так, Б, поехали. Мастерская, мастерская. Погнали, сразу мастерскую. Так, мастерская. И что еще? Медпункта, да, нету? Медпункта. Что нужно на медпункт? Сразу быстрее смотрим. Построить медпункт. 6 этих коробок. Все, понял. Почини кухню. Не знаю, ребят, как. Как это делается. Давайте посмотрим, как это делается. Зона отдыха. Что здесь, блядь, какой-то вообще алверды творится. А, отремонтировать реально можно. Слушайте. 15 минут будет кухня ремонтироваться. Здесь, короче, срач просто какой-то тотальный. Все вижу. Так, сейчас кухня отремонтируется. Я, ребят, просто даже и не знал, что такое есть. Оказывается, можно еще объекты ремонтировать. Значит, они были покосны. Так, пошло строительство. Умница, умница моя. Просто ты умничка. По пальцу только все не отхерач. Так, здесь машины. Так, красиво.
Так, предлагаю начать сейчас хантить скопление. Давайте попробуем. Понятия не имею, чем это, блядь, закончится, но вот этих вот ублюдков надо уже пора. Любыми путями. Сюда так сюда приведем. Надо все, пора. Пора с ними биться. Скопления, ну, они все больше и больше, ну, конечно. Блядь, что ж мне с вами делать, а? Давайте что, поехали. Так, вас, в принципе, я сейчас размонтую. Сколько у меня там? Я сейчас, знаешь, что сделаю? Дверь закрыта? Да, красиво, дверь закрыта. Чё, родной? А чё, так можно было? Смотри, пацаны, чё прикол, смотри. Спартак чемпион! Блядь, помогите. Давай. Я не подстрекатель, но хорошо. 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 Я как этот, как его? Цель. Жертва. Живем. Спокойно. Нормально. Все хорошо. Так и планировалось. Все, андер пожилой, как говорится, контроль. Хорошо. Нас молодцы, стреляем. Блять, они рашат базу. Это нехорошо. У, сука! Башку кому-то. Блять, пизда. Промазал. Нормально. Так, двоих отвлек. Блять, нас ее сожрут. Ёб твою мать. Живи, родная, живи. Ёб твою мать, ну живи. Я не знаю как, живи. Хорошо. Может, она вообще бессмертная? Просто будем пиздить целенаправленно. Я даже боюсь тебя спросить, в каком ты сейчас состоянии. Ты как себя чувствуешь? Честно мне только скажи. Просто, ну, мне просто чисто для себя. Она в труху, конечно же. Так, хорошо. Так. Кукри выкидываем. Поехали. А что если разобрать? Блять, нет, мастерская строится. Погнали дальше. Их настроение как? Блять. Да что ж такое, а? Много скоплений, нет мастерской, нет. Ховард, я не знаю, может быть, с ним поговорить нужно. Ховард, где он? Че он хочет? Hey there. Ты че хочешь? Никто не знает, что он хотел. Назначить лидера, да это понятно. Переключиться на Ховарда. А! Даже так. Окей. Все. Вопросов не имею больше, хорошо. Шкаф с припасами. Дроп. Вообще не знаю, зачем, пусть будет. Ей дайте волыну. Не знаю, будет ли она стрелять так, когда, ну, типа, нет. Очень надеюсь, то, что будет. Типа, без патрон. Переключаемся на Ховарда. Что ты расстроен, родной? Переключаемся на тебя. Переключаемся. Да, переключиться. Что он хочет? Обсудите с Грэди ее опасения. Грэди, кто такая? Лапочка, у тебя есть минутка? Поговорить надо. Для тебя, мать, вообще все, что хочешь, есть. Построить мастерскую выполнено. Открываем. Хорошо.
хорошо идет. Пока все идет прям вот по плану. Очень все пока что очень достойно. Если есть мастерская, я теперь могу что-то разобрать. Что я хотел разобрать? Вот эту херню, например. Да. 146, да вы гоните. Вы гоните, 147. Я не представляю, что еще можно разобрать. Нечего больше разбирать. А медпункт бы сейчас очень было бы вовремя. Покер. 170. Медпункт строим. Чтоб вообще у них все было по кайфу. Чтоб обстановка была максимально по кайфу. Шесть материала. Что нужно для того, чтобы вот это включить? Все. Поехали. Вот сейчас будет все круто. Поднятие боевого духа, уничтожьте скопление. Вижу скопление, выдвинулся. Понял, не с чем выдвигаться. Легкий арбалет мне, пожалуйста. Легкий арбалет, легкие дротики, я выдвинулся. Где этот мусор? Стоп, поговорить с бабой. Я прям вообще, я вообще весь здесь. С головой ушел. Что она хочет? Что? Что, моя хорошая? Я их знаю, у них цены заоблачные. Зачем мы вообще рискуем идти на контакт с другими людьми? Нет, матушка, нет. Ознакомьтесь с товарами, что? Где это? Я понял. Уже уверенность. Уже уверенность. Знаете что? Я знаю, блядь, что. Сейчас мы кое-что сделаем. Чтоб вообще все было по кайфу. Мы с вами сделаем вот так. Теперь сейчас вообще все будет красиво. Hey there. Wanna give it a go? А вот теперь у меня с волынами стоят очень жесткими. Плюс ППшка, плюс все. А, у тебя зоны отдыха, Леха, обрати внимание, у тебя зоны отдыха разбиты. В смысле? Одно спальное место? Нахер. Это у меня они занимают по одному слоту одно спальное место? Блять, все, я вас услышал. Я вас услышал, братишки. Сейчас у меня кухонька доделается. Все, услышал. Сейчас разберем. Так, я выдвинулся за крикуном. Сейчас мы здесь всех просто разберем. Screamer spotted. Сейчас, ребятки, все, я услышал вас. Блять, если сейчас вот этот вот хер нападет, это просто будет ГГ. Это будет очень печально. Так, я думаю, что теперь не на... Таинственный незнакомец, ты кто? Что это за тип? У нас тут обстановка по кайфу, ты что пришел-то? Так, тихо. Ты кто? Так, бегаю мимо него. Ты кто?
есть. Я понял. Не очень-то и хотелось. Ладно. Теперь. Блять, меня вот это вот пугает. Вот прям максимально пугает вот это вот. Надо идти и лутаться. И в жопу все пошло. Извините, но я пошел лутаться. Вот как хотите. Все, хватит. У нас уже все припасы уже высосали, которые только можно. Все, я лутаюсь. Что-то мне кажется, меня на что-то кинули. Сережа, вас и... Ой, господи. Мы что-то паримся, разбираем. Здесь все под жопой лежит. Ну, так-то. Эта игра-то все-таки, ну, она подразумевает себе лутать там, нет? Слушайте, мне интересно, как наши свышки теперь будут отстреливать. Мне очень это интересно. Интересно, а есть рюкзаки еще больше? Опа. Топливо. Топливо для вышки мне пригодится. Think about it. Сейчас мы обживемся. Сейчас, мои хорошие. Сейчас, бля. Я это так не оставлю. Сейчас, папа, вырулит тут все. Так, следующее, что нам надо было построить? Медпункт. Мне рабочих рук стало не хватать. Хотелось бы заметить. Рабочих рук не хватает, ребятки. Да вы ёживались, людей с собой не взяли. А надо бы было взять. Но надо взять хороших. Надо взять уже прокачанных хотя бы немножко. Чтоб не усираться, их не качать до талого. Так, я понял, здесь мешок. Слушай, вот эти, мне кажется, сейчас здесь грязи могут очень много сделать. Бля, там... О, да тут у нас вообще все шикарно с вами. Погодите. Что-то я внимания не обратил, что тут так все красиво. Так, машину я одну похерил успешно. С чем я, собственно, сам себя поздравляю, дурака. Пойдемте, чтобы не таскать 10 раз. Наши люди на такси в булочную не ездят. Ничего, ничего, ничего. Ща, ребятки. Сейчас все красиво с вами сделаем. Сейчас завезем контент, не переживайте. Ты прикинь, я сразу три этих нашел. Три, Карл. Три. Интересно, а что можно из машин сделать? Вы заметили, что у меня на этой базе есть... Какая-то крутая... А, во-первых, здесь парковка на 4 машины. На 4, Карл. Да ёпта. Так. Принято. Поехали дальше. Надо переключиться срочно на девочку. А, подождите, не-не-не, он тоже пусть это... Слушайте, а здесь и дом стоит. Сейчас мы залутаемся здесь. Сейчас прям будем поэтапно. Здесь очень много лута. Просто прям... Здесь нет ничего нигде. Никаких ништяков. Сообщество чекай. Нет огорода. Много скоплений, нет медпункта. Все, пошло, 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 плюс. Сука, много скоплений. Все спамят обилие зомби. Вы мне скажите, под зомби подразумевается вот эта херня? Или вообще зомби? Вот как понять? Вот что под зомбаками здесь вот подразумевают? Типа обилие зомби это конкретнее что? Кстати... Что там отремонтировалось? Секунду. Вот вопрос. У меня вот тоже. И думаю. Так. Мастерская есть. Разобрать эту херню. 3 минуты будут разбираться реального времени. Я пока пойду полутаюсь. Которые у базы тусят. Так, плюс кухня, плюс мораль. Санчес, спасибо огромное. Я думаю, нет. Не знаю, почему. Мне кажется, нет.
вообще все вокруг базы. Ну, тут, видишь, тут мнения разошлись у нас, кстати. Мнения разошлись. Так, пошел холодильник лутать, а что еще? Кстати, всем рекомендую, ребятки. Все, кто там Чайковский, Кофейковский. Холодильничек вещь хорошая. Так. Кстати, очень удобно лут здесь собирать. Там вот машины стоят, 100%. Вот в той вот машине что-то есть. 100%. Предмет для изучения навыка. Главный элемент рациона всех уставших людей. Предмет для изучения навыка. Что? Типа кто-то кофе, что ли, будет варить? Я долутался на карантине, плюс 3 кило. Так, у нас, я так понимаю, битком. Окей. Слушайте, ну эта база вообще конкретная. Просто, мать его, конкретная. Это прям, ну, прям вот, знаешь, такая. А что здесь надо было, чтобы разобрать-то? Блять, программирование. А у меня... Есть какое-нибудь желание поторговать? Пока нет. Вообще все выкладываем, все равно сейчас лутаемся. Чисто патроны оставляем и все. Программирование. А программистов у нас, к сожалению, ни одного пока что не найдено. Вот так вот. Так, а что тут в мастерской-то? Боевой дух — это же настрой им поднимет. Стоп. Ёпта, у нас же есть педаль. Погоди, сейчас мы с работягом здесь вообще красиво сделаем. А ну-ка, ёптить. Мои хорошие, ловите, креслица вам. Отдохнете, кайфанете. Все, через 5 минут здесь будет кресло стоять. Слушай, а почему бы вот эту, кстати, пачку зомбаков не забайтить? А ну-ка. Кстати, заодно протестим, как они по ним будут стрелять или не будут. Убери ограничения на чат. Те, которые в чате. Здорово, пацаны! Ёпта. Ребята. Тут просто, блять, вот это мне нравится. Вот это я одобряю. Очень жестко отстреливают. Бля, насколько только это возможно жестко. Так, почти все осмотрено, кстати. О, еще додики. Кстати, надо их забайтить. Чтоб они именно с той стороны зашли, с которой мне надо. И, кстати... Нормально. И, кстати, насчет медпункта мне интересно.
сейчас, да, сейчас уже, ребят, пойдем отдыхать. Очень, очень нужен медпункт. Просто все, все, прям в задании написано, нужен медпункт. Так, говно убрал. О, да, детка. Так, и кровать. Кровати нужны, бля. Построить казарму. Под открытым небом надо вот эту вот кровать сделать. Офицерские помещения. Так, я предлагаю байтануть. Они сейчас обойдут. Погнали, байтим их. Они прям в упор уже подошли. Блять, они ломают. Ну, ёпта. Они с той стороны сейчас зайдут. Блять. Это раньше было. Блять, что за звук? Ну конь, сука, на, блять, добежать до вышки, добежать до вышки. Блять, мужики. Вы стрелять не хотите? Нет, с вышки. Вот так просто, по фану. Поехали, байтим на себя прям. Стреляйте, пожалуйста. У меня сейчас еще одного сожрут. Все живы. Так, боевой дух все растет. Какая же здесь напруга, мать его, держится. Это просто какой-то трэш. Надо зомбаков идти долбить. Лечи их, ребят, медпункт только строится. Блять, надо копить на казармы. Кузницу даже можно. Офигеть, кузницу. Ну все. Ну все, у меня сейчас флешбеки начнутся. Сейчас начнется крафт, гном и все, и как бы ГГ. Ребят, медпункта нет, пока не могу ничего делать. Мы еще что-нибудь принесем полезного. Так. В правую сторону. Здесь в машинах нет ничего случая. Сколько же у меня сейчас военный прокачал, я вообще не представляю. Просто жестко прокачался парень. Еще много зомбаков. Все, все, короче, лутаемся. Есть кто-нибудь? Мне нужна помощь. Сейчас, ребятки, сейчас мы разрулим здесь хоть немножко. Очень много деталей нахожу, очень много. Это прям безумно приятно.
Еще будет, если бы стрел бы найти. К сожалению, пока что мы сосем. Тормози, мать. Сделано. Блин, обалдеть просто. Я давно так, ребят, с головой в игры не уходил. По-моему, здесь слишком много скоплений. Где? Где здесь? Ай, на секунду не уйдешь. Просто не уйдешь никуда. Братишки, сейчас несу я вам ништяков кучу. Медпункт есть. Меня интересует сейчас, как вообще настроение. По идее, если медпункт есть, вообще идеально. Куртка ниндзя плюс. Короче, скопление — это зеленые человечки. Уже 180... Уже 180 серий Наруто посмотрел, парень пишет. Барс, братик. СХБ, спасибо огромное. Слава Польше, кстати. Смарт, ОС, спасибо, ребят. Вообще просто по красоте. Слушайте, ну джиггернаутов пока я не вижу. Слушай, ну мне кажется, кстати, если эти сейчас типы... Если джиггернаута туда подвести под вышку... Мне даже сложно сказать, что из этого выйдет. Мне кажется, если я его под вышку подведу, там будет, ну... Там будет очень больно. Медзапас на исходе, я понял. Так, что не так? Блять, да что вы все конфликтуете, суки? Что не так? Блять. Много скоплений. Блять, мало медикаментов. Сейчас выдвинусь за медикаментами, отвечаю. Прям сейчас двину. Согласен, Санчес. Есть такое. Так, вот это надо удалить. Разбираем. Gotta focus on wiping out plague hearts. I want those fuckers gone. С кем надо было поговорить? С Марком? Че он хочет? Later. Что вообще у нас? Мне знаете, что интересует? Так, кухня байкеров. Сделать предметы, приготовить еду. Из семян и этилового спирта мы можем готовить еду. Банка самогона. О, бля. Самогонку можно варить. 30 минут, нихера себе. Не, ну я одного бойца на 30 минут точно не отдам ради этого. Так. Later. Так, ну что, переключаемся. Нам надо свет на самом деле провести. Мне не нравится, что нет света. Что тебе дать? Пистолет, может быть, дать. Так, переключаемся на Марка. That was graceful. Yo, watch yourself out there. Nearby,
Поехали сюда. Сюда идите. Сюда, 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 сюда. Хорош. Отвел я их вовремя. Пацаны. Пацаны. А кто арбалет достал? Скажите, пожалуйста, конченого, который арбалет достал. Знаешь, такой. Ну, как бы и все. Как бы все на этом закончилось. Почему у меня вот этот тип стоит с арбалетом? Он вроде с сайгой. Почему с арбалетом? Мне по-хорошему, мне нужна вот эта баба. Вот она мне нужна, потому что именно из нее я хочу что-то сделать, да, интересное? Hi there. All right, I'm tagging out. You're up. А, Марку дать возможность... Господи. Именно Марк хочет убить зомби. Все, я вкурил всю эту тему. Кстати, у нас плюс свет. Я вас просто держу в курсе. Если кому-то интересно. У нас плюс свет. Марк восстановился после травмы. Вот это вообще великолепно. Где Марк? Именно Марк хочет убить скопление зомби. Вот прям вот он жаждет. Да, он очень хочет прям. Уничтожить скопление. Блять. Серьезно? Вы сейчас вот не шутите? Короче, я предлагаю, ребята, на этом остановить серию. Спасибо огромное. Всем удачи, всем пока. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.